Добрый вечер, дорогие друзья, или добрый день, или доброе утро. Мы с вами продолжаем цикл лекций, которые посвящены музыкальной ритмике. Что мы с вами уяснили на предыдущем занятии? Уяснили самый важный компонент, что пульсация в музыке, в ритмике, вот такой термин, который мы с вами так вот спонтанно придумали, имеет важнейшее значение для организации контроля времени, для понимания ритмической структуры и вообще для осознания, как мы это играем. Как мы исполняем музыку? Мы с вами выяснили, что музыка существует дольная, где одна четверть, условно один бит, делится на две или на четыре ровных части, временных части, или триольная, когда каждая четверть делится, соответственно, на три. Сегодня мы с вами попробуем на каких-то простых примерах еще раз рассмотреть все существующие модели. Все существующие модели, которые присутствуют внутри размера четырех четвертей, самого распространенного размера. В академических партитурах, в академической музыке иногда даже нет каких-то подсказок и отсылок на то, какая пульсация происходит, какая пульсация внутри этого произведения существует. Надо очень хорошо понимать жанр для того, чтобы знать, что, например, Моцарт триольную ритмику практически не использовал. Может быть, использовал, но основная музыка у него все-таки была дольная. Та-т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 а. То есть внутри пульсации, например, 40-й симфонии звучит четкий бит, который делится на 4. Та-т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 а
это будет немножко другая музыка по ритмике, но у Моцарта это было неприемлемо. У более поздних композиторов, у романтиков, конец XIX века, особенно начало XX века, когда развитие музыки достигло такого уровня, что музыка стала расширяться, и, может быть, еще и композиторы писали на основе своих предыдущих ритмических предпочтений, но музыка гармонически и эстетически, образно уже тяготела каким-то другим, более современным ритмическим формам. Возникает такой момент, что вроде бы партитура написана в ровном, вдольном, в ровной вдольной пульсации, но хочется интуитивно, с учетом нынешней эстетики, которая была развита за несколько там, десятилетий или даже столетий после написания, хочется это произведение сыграть триольно. Например, если в партитуре написаны такие ритмические фигуры, как восьмая с точкой шестнадцатая, которые надо исполнять очень точно, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пам, 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 в быстром темпе, та-там, 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 вот, то хочется эстетически сыграть это произведение все-таки триольно, та-там, 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 то есть триольно, пам, 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 пам. И вот, и так оно и происходит, что видим мы одни ноты, одну ритмику, а играем совсем по-другому, потому что в академической музыке не всегда на это сделан акцент. Что в академической партитуре нам указывает на ритмические особенности? Да очень мало. Ну, размер написан, написан темп, аллегро, анданте, адажио и так далее. И более ничего. И про пульсацию ничего не сказано. Мы можем только понять эту пульсацию, посмотрев на сами ноты, но, исходя из того примера, который я вам сейчас привел, не всегда запись нотная соответствует той пульсации, которая напрашивается в этом произведении. В современной музыке с этим гораздо проще. В партитуре всегда указан стиль. Всегда указан стиль. Пишут какие-то подсказки, например, две восьмушки равно триоле, где первые две триоли залигованы, и все сразу понимают, что это трехдольная пульсация, что это пульсация свинга, либо пишут название определенного жанра — босса, самба. И тогда музыкант понимает, что раз босса, самба, значит, это музыка дольная, значит, там часики. Или написано там шаффл, или фанки шаффл.
И музыканты понимают, что это музыка триольная. И таким образом включает в себя вот эту вот пульсацию, которая им позволяет играть. Ну вот в тот раз я вам пример привел, самый такой банальный пример разницы между дольной музыкой и триольной. Сегодня я тоже, перед тем, как мы приступим к ознакомлению моделей, еще сейчас приведу несколько примеров. Ну вот возьмем, например, какой-нибудь рик-тайм. Например, такое, то, что я сейчас вспомнил. Один из рик-таймов Скотта Джоплина. Вот это дольная музыка или ровная? Ответь себе на вопрос. Дольная или триольная? Это музыка дольная. Если это музыка дольная, то каждая вот эта четверть делится, соответственно, на восьмушки. Получается часики. Та-ту-ту-ту-та-ту-ту-ту. Раз-и-раз-и-раз-и-раз-и. Раз-и, два-и, три-и, четыре-и. Та-ту-та-ту. Тик-так-тик-так. Играет рик-тайм. Вот, например. Кстати, рик-тайм — музыка, которая создана в начале 20-го или в конце 19 века, и нам сейчас очень сложно ответить на вопрос, какой была эта музыка с точки зрения ритмики. Потому что в нотах написано все очень ровно, в нотах Скотта Джоплина, например, а как это исполнялось, мы не знаем. Потому что живой записи ни Скотта Джоплина, никого, кто играл этой музыки, нету. Единственное, что у нас сохранилось, это записи музыкальных аппаратов, в которые эта музыка забивалась. Ну, знаете, крутился такой барабан. Вот, на барабане были какие-то такие металлические отметочки, которые имели свой определенный тон. И барабан был настроен таким образом, что музыка была вся ровная. И поэтому складывается такое впечатление, что рик-таймы исполняли именно дольно. А вот теперь представим, что у нас это же произведение звучит в трехдольном, в триольном ритме. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та. Вот я выкинул одну триольку. Та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та. Получилась триольность. Та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та. Как вам больше нравится, дольно или триольно? Привожу еще раз два примера. Дольно, ровно. Раз, два, три. Триольно. Раз, два, три. Это разная музыка. Это разная музыка, и согласитесь, что там, где появляется триольность, появляется какая-то игривость, появляется совершенно другой характер. И два притопа, три прихлопа как бы превращаются во что-то такое более совершенное. Вот в триольной музыке есть определенная прелесть, которая тянет к движению, к танцу. Вот недаром музыка свинговая, триольная музыка, она была очень востребована в середине, особенно в начале, ну, скажем, в первой трети 20 века. Потом произошло как бы изменение, триольность танцевальной музыки исчезла. Это произошло как раз в тот момент, когда бибоп, то есть сложные джазовые формы, которые основаны на трехдольной ритмике, а параллельно с собой приобрели новую такую форму коммерческой музыки ритма и блюза. Триольность исчезла, бит стал ровным, появился рок-н-ролл, появился твист, дальше определенное развитие, танцевальная музыка перешла в
в диско, например, и диско — это однозначно дольная музыка, ну и нынешнюю танцевальную музыку мы с вами знаем. То есть это сплошной бит. И причем настолько примитивный бит, что современный неискушенный слушатель не то что не может пульсацию музыки почувствовать, а уже даже перестает слышать долю сильную. Иногда даже перестает слышать долю сильную, когда звучит бит, который ее указывает. Ведь в диско каждая из четвертей выделена бочкой. Вот это такой вот, на самом деле, грустный момент, потому что упрощение ритмической основы упрощает и музыкальную эстетику. Если в середине 20 века трехдольная музыкальная эстетика джаза была приемлемо эстетически для многих людей, то сейчас уже, к сожалению, нет. А если мы не можем эстетически принять, скажем, джазовую музыку середины 20 века, то как же нам тогда воспринять какие-то академические формы в высших ее проявлениях или современные, или современную музыку, которая впитывает в себя все богатство мировой культуры. Вот музыкант должен об этом знать и очень трепетно к нему относиться, потому что музыкант, его работа, она в первую очередь связана с развитием эстетики у слушателей, которые приходят на его концерты или должны приходить на его концерты. То есть меняйте себя, и вы измените мир. А теперь мы, значит, переходим к тем моделям, которые существуют. Вот все эти ритмические модели должны быть у вас представлены не в виде списка жанров, не в виде списка каких-то стилей, а в виде просто конкретной структуры. Итак, у нас есть так на 4 четверти. Эти 4 четверти делятся. Делятся на 2, на 3, на 4 или на больше. Ну, самая простая форма — это восьмидольный бит. То есть 4 доли делятся, каждая делится на восьмушки, получается 8 восьмушек, и мы в современной музыке называем эту музыку на 8 бит. То есть все понятно. В такте 8 долей. Вся фраза строится только исключительно на основе этих 8 нот. Они могут в разных местах появляться в зависимости от первая, вторая, третья, четвертая, там, или пропускаться, но любая из нот музыкальной мелодии попадает в одни из этих 8 нот. Где приемлема эта музыка? Эта музыка приемлема в рок-музыке, рок-музыка — это восьмидольная, либо латиноамериканская музыка, самбо, босса и другие стили. Да? Та-ту-ту-ту-та-ту-ту-ту. Ну, давайте поиграем боссу, например. Сейчас я вам включу метроном опять, чтобы нам было понятно. Темп помедленнее 110. Раз, два, три, четыре. Пульсация, соответственно, такая. Раз, два, три, четыре. Значит, построение мелодической линии должно находиться внутри этих восьмушек. То есть логика понятна, да? Ну или в рок-музыке то же самое. Не буду приводить пример, все понятно. Другая более сложная модель дольной музыки — это когда четверть делится на 4 доли, то есть на 16. Мы это называем музыкой 16 бит. Обычно эта музыка исполняется в более медленном темпе, например, вот таком, 90. И пульсация та-ту-ту-ту-та-ту-ту-ту-та-ту-ту-ту. То есть каждая четверть делится на 4. Та-ту-ту-ту-та-ту-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-ту-та-ту. То есть эта музыка, вот эта ритмика в основном приемлема в музыке фанк, или в музыке там соул. Да? Вот они, четыре этих дольки. Я могу какие-то пропускать. Или там.
но все равно пульсация 4 нотки. Согласитесь, это уже не рок-музыка, и это уже не латиноамериканская музыка. Ну вот, с дольной музыкой все просто. Теперь триольная музыка. Триольная музыка — это, ну, во-первых, непосредственно свинг. Свинг, то есть основа джаза. Когда вот звучит вот такой бит. Два, три, четыре. Пульсация идет триольная. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту. Живут рядом два стиля — свинг и шаффл. И в свинге, и в музыке шаффл триольная ритмика. Отличие заключается лишь в том, что в музыке шаффл каждая из трех долей триоля имеет свое принципиальное значение. Вот это скорее то, что я сейчас сыграю, это шаффл. Нет, виноват. То есть каждую долю я использую из триоли. И особенно первую и вторую. Раз-два, 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 раз-два. Вот в свинге вторая доля в триоле не исполняется или практически не исполняется. Исполняется третья доля. И в этом есть смысл качания свинга. Раз-два-три, 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 раз-два. Свинг воспринимает две восьмушки как две ноты из триоли залегованы и третью отдельно. Раз-два-три, раз. Раз-два-три, 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 раз-два-три. То есть вся фразировка либо раз и раз и раз и раз и раз, либо триолька. Ну вот в этой музыке вот неуместно. То есть исполнение первой и второй триоли не совсем логично. Потому что это для шаффл. Некрасиво. Причем хорошие музыканты знают, что для того, чтобы правильно сыграть свинг, нужно сделать две вещи. Это сейчас не имеет отношения к музыке, это все-таки штрихи и особенности. Ну, во-первых, надо делать акцент на слабую долю. Не на сильную, а на слабую. И, учитывая то, что мы всегда торопимся, осознанно, умышленно слабую долю отодвигать назад. Нарочито отодвигать назад. Нам кажется, что мы играем медленнее, на самом деле мы остаемся в темпе. То есть это отдельная такая методика, этому учатся, на это тратят время для того, чтобы играть это все ровно. Давайте сейчас я еще поиграю свинг, трехдольную музыку. Раз, два, три, четыре. Обратите внимание, сейчас у меня не возникло никаких сложностей с тем, чтобы остаться в темпе, потому что, ну, во-первых, темп быстрый, а во-вторых, я эту пульсацию чувствую, я думаю о том, что надо затягивать, и поэтому мы дружим с этим метрономом. На каждом уроке буду говорить, что с метрономом нужно дружить, но хотя бы из тех соображений, что рано или поздно вам предстоит играть в ансамбле, в коллективе с другими музыкантами, и время-то у вас должно быть одно. И если вы не заточите свои способности, свои ощущения времени на работе с метрономом, это ваш первый партнер, то в ансамбле-то у вас все равно возникнут такие проблемы, рано или поздно. Поэтому учитесь играть своим первым партнером, пусть этот первый партнер будет метроном. Итак, а мы продолжаем. Свинг, шаффл.
то есть четырехдольная музыка, триольная основа. Что еще есть? В рок-музыке есть тоже трехдольная музыка, которую рок-музыканты называют просто 12 восьмых. 12 восьмых. Это обычно используется в блюз-роке, в основном в каких-то жанрах. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так же, как в музыке шаффл, только четверти нарочито замедленно, то есть темп медленней. И каждая триолька, а мы уже их считаем не триольками, а 12 восьмыми, то есть каждая из 12 нот, базовых единиц времени, она присутствует. Ну, давайте, сейчас. Это очень быстрый темп для этой музыки. Вот такая рок-баллада на 12 восьмых. Кстати, тоже сложно играть. Даже вот эти вот триоли. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Это целая история. Выдержать. А если я уменьшу темп, сделаю еще медленнее, то невыносимо тяжело будет эти триоли выдерживать. Смотрите. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Кажется, все просто. Видите? Ускоряю. Проблема. На первом занятии я вам говорил, что большая проблема играть в медленном темпе. И сейчас повторяюсь. Учитесь играть в медленном темпе. Все играйте в медленном темпе не для того, чтобы освоить технику, разобраться с аппликатурами, а для того, чтобы настроить время. Итак, это рок-баллада на 12 восьмых. Ну и последнее. Последнее, когда мы четверть... Смотрите, мы четверть разделили на три в разных вариациях, мы разделили четверть на четыре, мы получили фанковую музыку, то есть 16 бит. И остается нам разделить четверть только на 6. То есть когда в одной четверти присутствует не 4 деления, как в фанке, а 6. И получается такой стиль фанки-шаффл, то есть там очень мелкая ритмика. Такая музыка исполняется тоже в медленных темпах до 100. Сейчас я вам приведу примеры, где я одну известную пьесу сыграю вам в разном темпе. И закончу как раз примером, когда она будет исполнена в стиле фанки-шаффл. Фанки-шаффл. Вот возьмем Let It Be. Помните знаменитый хит Beatles? В оригинале она написана в 8 бит. Расы, 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 та-та-та. Все понятно, 8 бит. Вот. Сыграем тоже 8 бит, но в босанове. Раз, два, три, четыре. Темп включим, чтобы было понятно. Вот такой. Раз, два, три, четыре, пульсация. Раз, два, три, четыре. Теперь фанк, то есть в каждой четверти 16. Темп медленный. Та-ту-ту-пу-та-ту-пу-та-пу-ту-пу. Еще медленней. Раз-та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 .
самом деле это не совсем верно. Это тоже 8 бит, я просто сделал быстрый темп. А вот сейчас я сделаю точно шаффл. Не шаффл, а фанк. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот они. Вот они, 16-е. Теперь переходим в треугольность. То есть такой медленный свинг. То же самое, побыстрее. Раз, два, три, четыре, плюсация, та-ту-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та. Да? Или шаффл. Та-ту-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та. Ну, а теперь давайте попробуем сыграть фанки шаффл. Еще медленный темп. Три, четыре. Знаете, как интересно, на какой стиль я сейчас перешел? На регги. То есть регги-музыка, вроде она простая, но она сложная, потому что внутри шестидольная, трехдольная, шестидольная пульсация. Вот такие новости. На регги сложная музыка. Что осталось последнее? Осталось, у нас есть 8 бит, у нас есть 16 бит, у нас есть 24 бит. Фанки шаффл. 24, 4. Ну и осталось только взять, например, 12 восьмых, то есть тоже 4 бит, но каждая из этих, из одной четверти делится не на 3, а каждая триолька еще делится на 3. То есть получается, что у нас на одну четверть выпадает целых 9. Целых 9 ноток, 9 на 4, то есть пульсация получается 36. Ну, например, 12 восьмых. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту. А теперь тара-ту-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 
правильная ритмика. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту. Теперь каждый из этих триолик делится на три. Та-ту-ту-т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 а-ту-ту
разбита на 3, каждая разбита на 3, то есть на одну четверть приходится 9 нот. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9, в результате получается 36. Вот это, наверное, самая мелкая, самая богатая ритмика. Этому даже название не придумано, но вы о ней тоже должны знать. То есть, когда вы исполняете музыку на 12 восьмых, имейте в виду эту мелкую пульсацию и живите в ней, она вам
поможет существовать. Ну, давайте я попробую сейчас что-нибудь исполнить. Значит, играя вот эти вот рулады, вот они совершенно осознанно, это как раз вот эти вот 36 нот, которые внутри такта укладываются. И это тоже музыка триольная. Итак, дорогие друзья, спасибо. Мы в следующий раз продолжим эту тему, тему ритмики, но сегодня вы увидели основные модели. Модель 8 бит, 16 бит, 24 бит и даже 36 бит в триольной и в дольной метрике. Спасибо, до следующего занятия.